Приветствую, дорогие друзья, на канале Солома, и сегодня у меня для вас очень важное видео о том, что нам нужно успеть сделать до конца этого года. Самое главное, что нужно сделать, это сесть и хорошенько подумать и подвести итоги уходящего года. Подвести итоги – это не значит сесть и сухо перечислить события, произошедшие в этом году. Это чудесные воспоминания о моментах и событиях, случившихся с вами, о прекрасных людях, которых вы встретили на своем пути. Это значит вспомнить все уроки, которые преподнес вам этот год. Это такой очень важный ритуал, который помогает нам ценить все, что происходит с нами. Ценить каждый момент этой жизни и воспринимать все как опыт, который нам для чего-то нужен. Подведение итогов года – это очень важный момент, поэтому прошу вас, не оставляйте его без внимания, не входите в Новый год без подведения итогов старого. Следующий момент, который очень важен, это избавиться от ненужного хлама, который накопился у нас дома. Честно признаюсь вам, я небольшой фанат уборки, но вот перед каждым Новым годом для меня это целый ритуал. Пройтись по шкафам, балконам, антресолям и выбросить все-все ненужное. А я вам скажу, что за год его накапливается очень много. Ну а еще знаете, помимо того, чтобы навести порядок в квартире, убрать ее и выбросить ненужное, попробуйте навести порядок в собственной голове, в своих мыслях, эмоциях, желаниях. Вы даже не представляете, насколько это важно. Следующий момент – до конца года нужно обязательно отдать все долги. Потому как, сами понимаете, входить в Новый год с долгами совершенно не нужно. Дело это неблагородное и неблагодарное. Так что обязательно, друзья мои, что-нибудь придумайте, но долги отдайте. Четвертым пунктом в своем списке я поставила наведение красоты. Это всякие масочки, пилинги и другие приятные процедуры. Просто позвольте себе быть красивой, позвольте вашему телу почувствовать вашу заботу о нем. И отсюда мы плавно перетекаем в пятый пункт – закрыть вопросы по здоровью. Если давно откладывали визит к стоматологу, пойдите, посмотрите, что у вас там не так. Подлечите хронические заболевания, скорректируйте рацион питания и сна. Поймите, вы – это и есть ваше тело, и кому же тогда, как не вам, о нем заботиться? А позволить ему войти в Новый год здоровым – разве это не есть лучшая забота о нем? Переходя к шестому пункту, говорю вам спасибо от всей своей души. Спасибо за то, что были со мной весь этот год, смотрели мои видео, комментировали, давали свой волшебный, драгоценный отклик, который для меня так важен. И вам я тоже советую поблагодарить близких людей, поблагодарить этот год, поблагодарить мир за то, что он с вами так щедр. Вы знаете, благодарность – это одно из самых прекрасных чувств на Земле. Будьте благодарными. Всегда. И вы сами увидите, насколько яркой и прекрасной станет ваша жизнь. Это правда. Дальше нам обязательно написать список целей на Новый год. Пишите все, что думаете, все, что чувствуете. Пишите все то, в чем не решаетесь признаться даже самим себе. Пишите свои самые смелые мечты. Хотите миллион? Запланируйте это. Хотите грандиозных путешествий? Напишите это в своих целях, и тогда все обязательно исполнится. А теперь, когда цели готовы, пришло самое время для того, чтобы простить и отпустить все обиды, накопившиеся в этом году и, возможно, в предыдущих. Не носите их с собой. Отпустите обидчика, отпустите обиды и все, что считаете неправильным по отношению к вам. Чем дольше вы носите это в себе, тем дольше отравляете свою жизнь и не даете себе быть счастливыми. Постарайтесь расстаться с обидами до конца этого года. Ну и последнее, но не менее важное от этого. Уйдите в себя. Послушайте свой внутренний голос. Послушайте, о чем говорит ваше тело, ваши мысли, ваше сознание. Научитесь медитировать. Попытайтесь понять, чего на самом деле хотите именно вы, а не кто-то другой. Прислушайтесь к своему телу, каждой его клеточке. Полюбите его.
Ведь только искренняя, чистая, ничем не омраченная любовь к себе и есть смысл жизни. Для этого мы родились на свет. Друзья мои, я искренне и от всей души желаю вам добра, здоровья, успехов во всех ваших начинаниях и любви. Будьте самыми счастливыми!